Так как бы, ну, мне кажется, ты лучший кандидат. Ну, без шуток, серьезно. Ну, как минимум премьер-министр. И я за тебя. Говно, все, вот, все остальное, вот, ты хороший человек, Павел. Не, президент, я на эту тему, скажу вам, давно думал, уже подготовил предвыборную программу. Буквально позавчера мне, я увидел во сне мой предвыборный лозунг, почему-то он звучал так, это «Отступать некуда за спиной Горбатой». А также напомню вам всем мою старую предвыборную программу, которую некоторые из тех, кто видит со мной в предвыборный тур в Псков, помнят. Тогда я обещал, что когда я приду к власти, каждый мужчина получит по женщине, либо по бутылке из-под портвейна, а лучше белый на выбор. Ну, поехали, ребята. А пока Юра сломал гитару, можно поедем. Да, мы старались.